это очень ужасно. Ни в одной стране мира, наверное, ни в одном городе такого нет, что взяли и полбульвара отобрали у людей. Постоянно только одни машины, а здесь еще ко всему и гололед постоянный, все капает. И все это течет, люди пройти даже не могут. А стоит Молдова, а стоит Кишинев. Ну, что, ну, проявим, как числа, дим покати, конструкции, конструкции, жар конструкции. Ну, и прямо модер, че сфачем, навим к чинени бати. И пентру, тот пентру дыш, тот чинева один десус. Ну, и комод. Да, один жаз, интермос в рекаре. Ну, неудобно, конечно. Здесь большой поток людей ходит. Нам обсерват камрар пи страда аста мерк, что че ну камам обсерват. Дар синчер, ну и окей. Ну и окей, конечно, под встреч нормал. Сива анкалзи копии, кум вортречи, ку бичклети, мамичели, ку каручари, что таша. Я же спомню, ка треба са ей масорь. Puțin, măcar din contul lor să facă ceva pentru oameni, că noi n-am vrut să fie tot locuri. Este centru, este locuri speciale pentru nunți, pentru... Ну, aici e tot spațiu pentru oameni care trăiesc. Пересмотрели бы они свою позицию по этому поводу и занялись бы. Машины вон на тротуаре на каждом шагу пройти невозможно, пешеходы за людей не считаются.